Всем привет, с вами Ники Макалин, и сегодня хочу оформить разворот в таком необычном для меня стиле. Такого разворота у меня еще нет в моем МЛД, и если вам интересно, то давайте начнем. После Дня Святого Валентина ко мне всегда приходит ощущение уже ожидания весны. Хочется, чтобы скорее прошли эти холодные дни и уже поскорее наступила весна. Поэтому этот разворот я посвящу весне. И, значит, что первое я хочу сделать? Я уже кое-что здесь написала на вот таком вот листочке, который я распечатала, и заполнила одну сторону. Пока почему одну? Потому что на этой стороне я хочу нарисовать рисуночек какой-нибудь и буду разукрашивать здесь, скорее всего, красками, поэтому, чтобы ручки, чернила, точнее, ручки у меня не размылись, я пока не заполнила вторую часть этого листочка. Сейчас буду приклеивать его на эту сторону. Итак, края, которые у меня здесь выступают, я потом их обрежу, а сейчас хочу нарисовать здесь слоненка. Не знаю, почему-то захотелось нарисовать слоненка, я его буду срисовывать, так что я не сама его буду придумывать. Так, слоненка я нарисовала, теперь буду обводить его черным линером. Ну вот, слоненка я пока разукрашивать не буду. Здесь нарисую такую радугу и разукрашу фон у этого слоненка вот такими вот классными красками, которые я взяла в фикс-прайсе. Они идут перламутровые и очень красиво блестят. Вот пока я разукрасила так, вы можете взять абсолютно разные цвета, которые вам нравятся. Я потом еще раз проведу черным линером по слонику, потому что здесь он немного размазался. Но когда высохнет, будет смотреться более или менее. Теперь буду ждать, пока он высохнет. И на эту сторону я теперь хочу наклеить вырезочки. Мне вчера по дороге дали какой-то флаер, и я оттуда вырезала вот такие вот частички. Хочу наклеить их сюда и написать здесь «Я люблю весну». Точнее, не я люблю весну, а я жду весну, напишу в эти промежутки. Ну вот, в принципе, эта сторона у меня сейчас немного подсохла. Я здесь теперь дозаполню все, что я не дописала, и уже потом обведу черным линером. Ну вот, мой разворот готов, он получился такой веселенький, уже очень такой яркий, и мне как раз таки это и нравится. Здесь я оформила декоративным скотчем, добавила стикер и наклеечки. В общем-таки, на этом все, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, видео про ЛД выходит через день. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте пальчик вверх под этим видео. Увидимся в следующем видео, пока-пока!